ребят, сегодня у нас с вами тренировка будет без скорости, без взрыва. Мы будем работать исключительно над технической частью, в первую очередь над координационной частью. И основным таким акцентом будет баланс и перенос веса с ноги на ногу. То есть будет достаточно поначалу медленная работа, простая, потом будем усложнять сложнее. Значит, сейчас у нас с вами полчаса такая экспериментальная разминочка с вот инвентарем, с кубиками. Сделаем с вами 10 упражнений. С одной стороны, кажется, что они простые, но посмотрим, как у вас будет получаться. Затем мы выйдем на лед и от простого к сложному будем двигаться от простых упражнений на посадку, на перенос веса тела, на контроль посадки, именно посадки спиной. То есть у нас сегодня запланирована тренировка для защитников, поэтому акцент будет на движении спиной вперед, на контроль посадки, на контроль тела, на поднятую голову, на правильную работу плеч и ног. Понятно? Встаете на кубик, ножки посередине. То есть у вас должен быть свод стопы посередине. Соответственно, сейчас ваша задача перенести аккуратно вес тела вперед и назад, на носки и на пятки. Но если вы начнете делать это резко, то будет вот такое движение. Понятно? Вы будете с этого кубика падать. То же самое, если вы сделаете назад. Задача не потерять равновесие, плавно, медленно, аккуратно перенести вес тела на носки, стараться так, чтобы кубик не отрывался, не болтался, то есть спокойно перенести вес тела, контроль своего тела. То есть вот я сел, вот я выхожу на носки, вот я выхожу на пятки, вот я выхожу на носки, у меня чуть-чуть работают коленостопы над контрольным положением. Вот это уже, видите, это уже будет неправильно. Давайте, каждый берет себе по два кубика, ставим. Встаем на кубик на один и на второй. И работаем с вами перенос веса тела. То есть у меня как будто бы мои ягодичные мышцы двигаются по скамейке. Я двигаюсь по скамейке вправо, не отрывая ноги, влево. То есть плечи у меня на месте, работает исключительно таз. Я переношу, выношу плечо, колено, носок на одну линию. Возвращаюсь на другое колено, плечо. Колено, носок на одну линию. Спина прогнута, глаза смотрят прямо. Глаза выше горизонта. Вот я работаю. Понятно? Давайте, поехали. Вот так. Хорошо. Вот, хорошо. Еще больше таз на опорную ногу сажай. Хорошо, Кристиан. Стас, хорошо, умница. Ручки работают. Посмотрите, как у Гены работают. Ребят, плечи не заваливай вперед. Плечи Гена ниже сей. Не должны выходить за колени. С ноги на ногу шаг вперед. То есть у меня на одном кубике правая нога, на другом кубике левая нога. При переходе с кубика на кубик я отрываю заднюю ногу. То есть я прихожу на кубик, оторвал ногу, подсел. Оторвал, подсел. Смотрим внимательно. Я приготовился, у меня исходное положение, я стою также посередине, на одной ножке в посадке, спина прогнутая, контролирую взглядом кубик. Дальше. Переступил, подсел, перенес, я сел на ногу. Обязательно отрываю заднюю ногу. И вот работаю. Обратите внимание, руки работают. Не касаться задней ноги. Стараюсь, как только коснулся ногой впереди кубика, переношу вес тела, отрываю заднюю ногу. Понятно? Давайте, дистанция у нас с вами до пятого кубика. Спокойно, не торопись. Старайся оставаться на середине, куда с тобой. Садимся на ложку. Сел и садишься на ложку. Отрывай заднюю ногу. Теперь отрываю заднюю ногу. Отрывай. Вот сел. Вот это у тебя положение исходное. Теперь переноси ногу. Спину держим. Раз, два, три, и назад. Сели. Хорошо. Спину держим.
Открываем. Коснулся, перенос, оторвал. Коснулся, перенос, оторвал. Держим. Оторвал. Зафиксировал. Оторвал. Зафиксировал. Снимаем, держим. То есть я изначально контроль тела, контроль посадки, взгляд прямо, руки работают. Встал на одну ногу, перенес, оторвал. Перенес, оторвал. Перенес, оторвал, подсел. Перенес, оторвал, подсел. Перенес, оторвал, подсел. Спина в напряжении. Грудь развернута. Все, поехали. Я подсаживаемся ниже конечной фазе. Вот сюда, да, хорошо. Перенос поставил ногу, Вадик, и уже переносит. Смотри, почему? Почему кубики двигаются? Потому что у тебя вес зависает посередине. Ты как только коснулся, все, ты уже, эта нога у тебя не работает. Как только ты коснулся, все, ты уже сел на эту ногу. Все, вот, видишь, перенос. Внимательно. То, что мы делали с вами, перекатывали. Не задерживай, не задерживай вторую ногу. Встал, все, перенес. Вот так, хорошо. Быстрее. Ну и немножко посложнее. То есть мы должны с земли запрыгнуть на кубик. И затем с кубика на кубик перепрыгнуть двумя ногами одновременно. Здесь внимательно контролируем расстояние. Работает у нас глазомер. Обязательно приземление гасим правильной посадкой. Вот я приготовился. Мягко напрыгнул. Контроль тела. 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 То есть не торопимся, не надо прыгать быстро. Поймайте себя, зафиксируйте. Мягко. Смотри, как ты. Приземлился на прямые ноги, сразу тело вперед идет. Ты должен погасить вниз тело. Вот. И держи. Хорошо. Памятник помогает движению вверх. У нас руки идут вверх вместе с телом. И вниз. Хорошо. Хорошо, спину держи. Мягче приземляйся. Хорошо, Арсений. Спинку держим. Мягче уходи вниз уже. Оп. Еще раз. И глубже вниз. Блин. Лицом ко мне. Смотрите, давайте вот один момент с вами поговорим. Он нам сегодня потребуется и на льду, и потребуется сейчас. Вот, просто, пожалуйста, выпрыгните вверх с прямых ног. Вот так вот. Выше. С прямых. Нет, нет, нет. Не сгибаем колени. С прямых ног. Только носками. Выше, Гена. Еще выше, Вадик. Вот, хорошо, Арсений, не сгибаем. А теперь, пожалуйста, выпрыгните для меня с приседа вверх. Теперь вопрос. Как выше? Спишите. Почему? Потому что есть разгон. Но я имею в виду посадка, перенос с тела снизу вверх. Потому что из-за этого положения легче выпрыгнуть, чем вот из прямого. Ноги... Ребят, у нас с вами ноги какие? Работают как пружины. Поэтому говорят тренер, что необходимо соблюдать посадку, быть все время в посадке, посадка, посадка, сядь ниже. Если вы выпрямляетесь, неважно, в фазе отталкивания или в фазе приземления, вам трудно будет совершить следующее действие. Все время исходное положение, посадка перед маневром и после маневра также посадка, чтобы уже совершать какое-то следующее действие. Потому что если мы выпрыгиваем и приземляемся на прямые ноги, то наше следующее действие – это сесть, и только потом мы можем делать что-то. Это понятно? Поэтому контроль посадки на каждом упражнении. Понятно? Да. Сейчас смотрите очень внимательно.
такое немножко хитрое упражнение. Здесь надо будет еще внимательнее работать со своим телом. Задача, чтобы две ноги оказались на кубике одновременно. Смотрите. Ну, для начала мы встанем одной ножкой. Здесь я делаю шаг. Контроль плавный тела, переставляю вторую ногу. Контроль тела, не тороплюсь, ставлю ногу. Контроль тела. Шаг. Контроль тела. Здесь правильный перенос. Контролирую свое тело. Неудачно поставил ногу, подрабатываю тело. Понятно? И все, ноги в посадке. Посадки, Гена. Здесь уже надо, ребят, если я ставлю ногу, понимаю, что у меня уже центр тяжести за середины кубика, значит, я должен телом себя контролировать, подставляя вторую ногу. Сейчас мы работаем одну сторону правым боком, одну левым, просто стрессный шаг. То есть я ставлю ножку, на следующий кубик я переношу ножку, подсаживаюсь. Подставляю ножку, переношу ножку. То есть вот я встал, сделал шаг, делаю с вами скрестный. Обращаю ваше внимание, что мне надо немножко развернуть бедра, обратно возвращаюсь. Бедра я немножко разворачиваю, чтобы двигаться по прямой. Дальше я делаю шаг, контролируя свое тело. Делаю шаг, контролируя свое тело. Подсаживаюсь, выхожу. Подсаживаюсь, выхожу. Подсаживаюсь, выхожу. Подсаживаюсь, выхожу. Понятно? Все. Раз правым боком, раз левым боком. Бедра разворачиваем. Ниже, Гена, ниже сядь. Спинку ровнее. Хорошо. Не бросай ноги, ребята. Контролируем свое движение. Контролируем свое тело. Запрыгиваю на две. Боковой прыжок. На две. Понятно? Смотрим внимательно. Ну, здесь важно себя поймать. Понятно? Хорошо, Гена. Мягче. Стас. Умница. Здорово. Хорошо, Кристиан. Все, так и было и задумано. Умница. Здорово.